разнообразные держатели. Вот, например, да, на Озоне держатель для телефона на грудь. Вот. Есть, по-моему, даже на голову. Ну, представьте, что на груди висит вот такая бандура. Во-первых, вот это вот, вот этот весь пояс, да, висит. Во-вторых, телефон вот так вот выступает. То есть, ну, не знаю, мне кажется, это не очень удобно будет. И в-третьих, это стоит каких-то денег, да, тоже. Пусть и не очень больших, но тем не менее. Поэтому была сначала мысль что-то такое купить себе. Вот. Но потом решил пойти другим путем. И вот к чему я пришел. Сейчас покажу. Пришел я к вот такой вот конструкции. Это у нас селфи-палка всем известная. С нее я решил позаимствовать. Первая деталь моего изобретения, так скажем. Позаимствовать вот эту вот саму штуку, которая держит телефон. Ломать ничего не надо. Просто вот здесь она откручивается. Вот. Вот она уже от другой палки. Палочку такую селфи можно купить в фикс прайсе. Я ее брал когда-то за 99 рублей. Сейчас